испытаний на приготовление пельменей, испытаний на фарш. Прежде всего, испытать на фарш. Откройте рамку для формирования на 90 градусов. Заполняйте бункер для фарша фаршами. Переключить рукоятку на место включения и рукоятку настройки объема фарша на нужное место. При этом включите машину. После пуска наблюдайте, фарш должен выходить равномерно, стабильно и без перерыва. После нормальной подачи фарша поработайте еще 1-2 минуты и переключите рукоятку на стоп. Испытание на тесто. Проверите, соответствует ли объем теста толщине теста пельменей. Продвинуть регулировочным колесом снег для теста в нужное место. Далее тесто режется на полосы в размере 5-7 см, и они вставляются в тестобункер. После пуска машины тестотрубы выходили из внутренней и внешней форсунки при нажатии. Регулирование количества теста производится регулировочным колесом. Крутите колесо направо для увеличения толщины теста, а налево для его уменьшения. Управляйте толщиной тестотрубы около 1 мм. Регулирование толщины тестотрубы производится настройкой колесом. Приготовление пельменей. Заполните бункер и нижний шкаф на рамке для формирования пшеничной мукой. Переключите рукоятку для подачи фарша на место включения. С помощью регулировочной рукоятки регулируйте нужный объем фарша. Включите машину и можно непрерывно приготавливать пельмени. Вот пельмени изготовили, неплохо. Данная машина не только изготавливает пельмени. При замене головки для формирования